В Москве продолжается выставка «Золотая осень-2019». Об экспозиции Чувашской республики Юлия Важенина и Андрей Шоклев. В этом году экспозиция нашей республики находится почти в центре павильона. На экране фильмы о достижениях региона, в витринах продукция предприятий. Золотая осень – очень важное и значимое событие для аграриев не только Чувашии, но и всей страны. Выставка – это комплекс мероприятий. Здесь, кроме самих стендов, еще есть конкурс, где представляют все регионы свои продукции. Это могут быть фермеры, это могут быть родители сельских территорий, это может быть пищевая промышленность и так далее. То есть мы смотрим себя, как мы развиваемся на уровне Российской Федерации. Молочная продукция из Ядрина, сладости, минеральная вода, деликатесы ведущих мясокомбинатов республики и крестьянско-фермерских хозяйств. Экспозиция региона притягивает посетителей. Многие приходят за конкретным товаром, еще больше пробуют и остаются довольны. Вы знаете, что-то такое своеобразное, да, понравилось. Ну, как говорится, берем, потому что уже то, что в магазине, конечно, по вкусу уже не соответствует натуральным продуктам. Мне понравилось, необычный очень вкус. Попробовать интересно просто. И вкус мягкий такой, и нет резкого ни запаха, как бы ощущение очень приятное. Что касается продукции, производимой нами, она полюбилась с первых же дней, скажем, с первой же партии. Почему? Потому что у нас в основном ручная работа. И контроль, естественно, тотальный, вкладывается душа человеческая. А это ничем не заменить. Но поиск новых покупателей не единственная цель участников выставки. Как правило, именно на этой площадке завязываются новые знакомства и деловые связи. «Уралхим» и «Минсельхоз Чувашии» сотрудничают уже не первый год. Около 12 тысяч тонн удобрений компании завозятся в республику. Кроме того, «Уралхим» оборудовал класс в Чувашской сельскохозяйственной академии. Создание этого класса главным образом направлено на подготовку студентов, на подготовку выпускников, отвечающих современным потребностям отрасли. На перспективу мы рассчитываем, что представители компании «Уралхим» будут в их же аудитории, в их же фирменной аудитории проводить занятия со студентами. Мы считаем очень важным иметь с ним контакт, плотный контакт. Смотреть, да, наблюдать за стратегическими какими-то, корректировать свою политику, да, в какой-то момент, чтобы иметь возможность более, ну, в полной мере удовлетворять потребности сельхозпроизводителей вашего региона. Четырехстороннее соглашение подписали между собой Минсельхоз Чувашии, ЧГСХ, Юрма и Мегамикс. Оно тоже касается обучения будущих аграриев. Мы будем поддерживать академию, мы будем привносить те знания и накопленный опыт компании, скажем так, 20-летний опыт в сфере сельского хозяйства. Поэтому мы будем делать все, чтобы наши отношения и наши студенты были профессиональны. Практика, которая будет у студентов, она очень во многом поможет. Именно будет проходить в учебном процессе поможет. И она, конечно, будет проходить именно в агрохолдинге. Ну, мы ставим задачу, и мы должны это сделать, обязательно сделаем. В течение 5 лет мы должны выпускать на уровне страны самых лучших специалистов. Каждый год делегация республики возвращается с выставки не только с подписанными контрактами, но и наградами. Надеемся, в этом году будет так же. На закрытии «Золотой осени» узнаем итоги специализированных конкурсов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, республика, из Москвы.